«Живе Беларусь!» Слава белорусскому герою Андрею Зельцеру и Роману Бондаренко, людям, которые отдали свои жизни за демократическую и свободную Беларусь. И вот хотел бы высказать свое мнение, такое наблюдение. Вот такая ситуация. Владимир Путин и Александр Лукашенко. Вот что или кого они вам напоминают? А все очень просто. Довольно просто, так сказать. Вот смотрите, раньше, так сказать, в блатном мире было такое название человека, который исполнял грязную работу, мог для пахана избить какого-то человека или в худшем случае убить. Его называли торпеда. Так вот, как вы уже поняли, что для Владимира Путина Александр Лукашенко является именно торпедой. Человеком, который готов на вот такие вот агрессивные действия заради своего пахана. Это такое мое субъективное и мнение простого человека. А вам вот так не кажется, что Лукашенко сейчас играет роль вот такого своего рода торпеды, который пытается пробить Запад во благо своего пахана Путина? Вот напишите, что вы думаете по этому вопросу.